25 марта молодежная сборная России по футболу провела второй контрольный матч на сборах в испанской Марбелье. Подопечные Михаила Галактионова встречались со сборной Норвегии и одержали уверенную победу со счетом 5-1. Хэт-трик в нашей команде отметился нападающий Вячеслав Грулев. Еще по разу отличились Александр Ломовицкий и Роман Тугарев. Number 16, Golubev. Number 21, Daniel Plevo. Я всегда говорю, что нам надо отталкиваться от себя, безусловно, делать какие-то нюансы под соперника. В то же время те футболисты, которые вышли во втором тайме, они усилили игру, они добавили свежести, динамики, движения. Похвалить надо всю команду, потому что на поле выходили все игроки сегодня. Мы дали всем возможность поиграть, дали игровую практику, поэтому вся команда молодцы.